Благодарю за любезное приглашение на эту прекрасную конференцию. Благодарю Марию Завьялову, мою переводчицу почти всех текстов на русский язык. И эти тексты тоже переведены Марии, но искажены мною для смысла. Благодарю также Татьяну Владимировну, которая духовно здесь присутствует, но думаю, что потом будет присутствовать. И хозяину, конечно, этого прекрасного дома, Балтрушайтесу Александру Ишимелесу. Бразюнас – это известный поэт из севера Литвы, лауреат национальной премии. И, как мы говорили вчера, это человек на рубежах, на разных рубежах, национальных и, возможно, государственных, но более так языковых. Это он родился на границе Латвии и Литвы, но его такая страсть – это доказать, что он вообще не литовец, а происходит из тюрков. Ему очень это трудно удается, но в стихотворениях это всегда получается. Правда, это тоже не, об этом сегодня я не буду говорить, ни о его связях с татарами, ни с караимами. И я помню прекрасную книгу Михаила Леоновича Гаспарова, «Светлой памяти Гаспарова», в которых говорится о темных стихах, светлые там и темные, и эти темные стихи он объясняет. И согласно, я думаю, положению тоже Гримаса, что мифология – это то, что человек думает о вещах, не вещи, а что он думает о мире и самом себе. Так что тексты Бразюнаса. И нечего показать, нечего породить. И литовский текст я не буду читать, и русский не буду читать, потому что это займет очень много времени. Но потом этот текст я раздроблю на части. Хочу только обратить ваше внимание, потому что все здесь присутствовали, почти все лингвисты, на вторую строку, литовскую строку, «Deivos», «Švytintis dangiškas Deivos». Это форма, которая невозможна в литовском языке. Это «Бог», это «Dievas», но никоим образом не «Deivos», это как бы указывает даже не на балтийский «Deivos», а на индоевропейский «Deivos», потому что если это балтийская проформа, должен быть «Deivas», даже общая балтийская форма. И в этом стихотворении, что мне сразу, я понял, что Бог как бы ходит, но ничего не делает. Это известное положение, которое обсуждал также Бересневичус. Это так называемый Бог от Иозус. И я попробую перейти на такие подробности. «Vangiš ritmeti raivos, švytintis dangiškas Deivos». Virš namiškių, virš Andai, когда читаем стихотворение, мы понимаем смысл, потому что стихотворение должно звучать. Если я читаю Андай, это понятно, что я имею в виду. Это Андей или Андай, как бы отсылает к Богу. Вообще, бразюнас любит слова, которые как бы или нет слов, или несколько стихотворений, то есть проформы, которые реконструируются, или любит использовать слова, которых уже нет, но в других значениях. Например, «жмо» – это слово 16 века, это человек. Это нормальное слово, но в поэзии Бразюнаса это уже демон. И там может быть ведьма, может быть что-то другое. И только сегодня я обратил на первое слово «вангей». Если мы примем гипотезу Греймаса о том, что «андай» может быть связан с водой, но Греймас, я посмотрел и русский перевод, на русский язык прекрасный перевод, но Греймас говорит, но могут быть и дополнительные объяснения, дополнительные, как «ангис» – это змея, «вангей». В одном слове «в» утрачивается, в другом слове как бы появляется это «в». Если это светящий «Deivas», светящее небо, по-моему, по-эстонски это «Taivas» будет небо, то должно быть и другое слово, это «небес». И
И здесь как бы мельком Курмано сняли «Шишелис», где тень моего дедушки. И хотя сразу возникает вопрос, причем тут девушка, и то и дедушка. Но надо понять, что дедушка и внук, они связаны не только родством, но и лингвистическим родством. Это, чтобы было так более-менее видно, о чем я говорю, это третья часть стихотворения. Он ходит Истра, хотя это очень похоже на Истер, Дунай, но это река в севере Литвы, то есть Бог ходит, но не между реками, это очень для меня важно, Он идет за реками, и какой смысл идти, и какую цель преследует Бог, если это, ну, тут пишет и с прописной буквой, но что Он делает? Я еще возвращаюсь к этим двум «дейвос», то есть небо, «дейвос», который лучистый, и «небес» — это как «дебесис» по-литовски, это облака, как-то, как говорит «сенялю шишелис», тень моего дедушки. И подхожу к этому слову, которым «верш андайничча» было. Поэт напоминает, что Бог идет по тропинке, которую провели люди, которых Он называет андайниччей. И жемайтийское слово «андай», «анадьяна» – это не такая уж простая этимология, потому что «андайничтис» в одних авторов я нашел смысл, что это давно сделанная работа. Но в других это настолько это было давно, что уже не годится к нему, никому. Это второй пример. Андайничтис бульвес – это бульвес, который уже почти несъедобный. Андайничтис. Или баранавскас. Андайниччу. Когда-то бывших моих учеников, это Антанас Барановскас, известный литовский поэт из середины XIX века, и, конечно, прекрасный лингвист и математик, который посчитал, сколько людей вмещается в аду. Как говорил Греймас, можно скрещивать или совмещать несколько теорий, которые, здесь уже я как бы проецирую в поэзию, в стихотворение, то есть «андай». Греймас и Савукинос, согласно Греймасу, надо писать «Савукинос» и Греймас, потому что разница в 3 часа ночи, как мне еще напомнил профессор Настопка. «Вандо» и «андай». Я не очень понял, почему Греймас пишет «андоес», поэтому если это слово и было когда-то, она никогда не была «андоес», потому что это восточно-литовская форма и еще древние времена. Это только «андаес». А теперь звучит уже совсем как в летописях. Это одна этимология. Другая этимология – это «королюнаса». Именно он связывает, как в этом стихотворении, «анас» – «отец отца и матери». Как и в древневерхненемецком «ано» – это про отец, дед, и прусской «аня» – это бабушка. Здесь связь получается между внуком, потому что и дедушкой, потому что в стихотворении говорится, что ходит не сам Бог, а внук Бога – это «я хожу», но я являюсь самим как бы этим Богом. Внука хождения. Здесь еще там я привел бенвиниста, что внук – это старый дед, это маленький дедушка. И если мы примем гипотезу мнения бенвиниста, то здесь я понимаю, почему тот, кто ходит, это я, потому что я как-то я хожу вместо Бога, вместо дедушки. И здесь последнее слово, последнее предложение я привел уже совсем как бы не о Боге, и не, как бы не место ему, а «лус прадею вайкщут». Я продолжу в другой части доклада
как бы тоже о Боге и о модели мира, расширении мира, но уже с пивом. Ну, есть еще здесь одна слайда. Это Бересневичус, очень известная, когда он говорит, что Бог черт и Бог в лодке, и черт хотел утопить Бога, но он не мог, потому что земля простиралась под ним, и он не мог дотянуть Бога до воды. Это очень известно. Значит, если Бог ходит за реками, между реками, это известный нам мир, но если Бог ходит за реками, это уже получается, что мир расширяется. Бог сотворяет мир в каком-то неизвестном направлении. Еще несколько слайд, которые как бы третья строка, четвертая, пятая строка этого стихотворения. Это из как бы иллюстрация к Бересневичусу и другим, конечно, мифологам, как был сотворен мир. И интересно то, что, как и я говорю, что Бог это где-то ходит очень низко между реками, на уровне воды. Бразилия нас вообще очень любит этот уровень воды. И даже когда он говорит о таком о змее или Литувянс, по-латышски это тоже змея, это не литовцы, не литовец. Хотя он все говорит об уровне воды. Если Бог ходит, именно эта тема хождения отражается во многих других местах, например, в антропонимии. Я здесь из Владимира Николаевича Топорова, это первый том 75-го года, но насколько это важно, это, конечно, такие двухкорневые личные имена, но насколько это важно именно хождение, это одна будет параллель. И вторая параллель – это король у нас мифопоэтическое объяснение. Он рассуждает о известной гипотезе Норберта Савелиуса об аистии, эстии или аистии. Корень происходит от эйс или ойс. Это быстро, быстро двигаться. И, наверное, так как, по мнению Велиуса, балты думали, что их мир представляет как бы великан, ногами который опирается на реки, наверное, на Прегаль уже в Пруссии. Как это важно, какой-то важный корень и понятие быстро двигаться или идти. И дальше гидронимы. Но если, не знаю точно, я чан пива, я посмотрел словарь, это как бы модель сотворения мира, это фотография Ваиткевича, нет, они... Если Дейвас – это Бог, который светится, и такой очень спокойный Бог, он ходит между реками, он заходит за реками и увеличивает мир, то есть и другой мир. Если Дейвас, должны быть и облака. По-моему, в одной статье Лоренкене так сказано, что если есть светящийся, должен быть и гром. Там, по-моему, опирается на Ивана Ваган Крелизе, двухтомник. И это чан с пивом. В фильме «Викинги» из таких и пьют, то есть не из бочек. Наверное, это более такое древнее приспособление для пива, для веселья. И если мы посмотрим наверх, я попросил Дайву, чтобы она мне дала разрешение на эту фотографию, на показ. Я хотел потом увеличить, но еще надо тогда разрешение получить. Но я вижу облака здесь. Но если есть облака, то должен быть шум. Если шум, это ясно гром. И должны быть молнии. Но где же пиво и молнии будут? Ну, здесь алос, это я просто хочу показать, что это существительное, не столь, наверное, индоевропейское, но балто-германское, может, и в других местах мне поправят другие люди. Возможно, это тоже связано с гидронимами.
возможно, потому что течь. И вот что говорится о пиве. О пиве примерно, я думаю, так же, как и о перуне или перкуносе. Он как-то похож. И первое слово, первое предложение из такого общеизвестного человека, как Яблонскис, «Алус дукста». Кстати, Яблонскис – это единственный, наверное, человек в мире, который есть на деньгах изображен. Мне так никто не говорил, что лингвисты изображены на деньгах. Был там 5 литов. Но это единственный случай в мире. «Я алус прайда гивянти». «Дукста» – это, по-моему, как раз относится к перуну. Можно сказать «перкунас дукста», «перун бесится». И переходим к другому предложению, стихотворению Бразюнаса. Это не так и последние три строчки. «Примялся буалус». Прежде всего было пиво, потом было слово. «Из пива мир появился». Это строится такая поэтическая модель, что сначала было пиво. Ну, женщина была, да, но пива не, но не было мира, где она жила. Ну, тогда Бог, наверное, создал пиво, или он сам появился, а только потом появился уже мир. Ну, здесь еще стихотворение, это все равно там надо хотя бы видеть более большие отрывки. Если пиво бесится, если он подобен перуну, значит, должен быть гром и молния. Гром и молния. Молния – это, конечно, несколько видов молнии. Это затычки. И вряд ли кто, многие здесь умеют пустить пиво через затычки. Там нужно не только умение, но очень большая сила. Никогда женщине этого не делать лучше, потому что умение и сила. Теперь уже этого нет в Литве, там краны всякие поставлены, но это так. И вот эти затычки, поэт говорит, как о божьи птички. Они летят, они, если это пиво сделано не вовремя, залито в бочки, оно разрушает потолок. Вот. Это как перун. Перун тоже разрушает дома. Только он сверху, а пиво снизу все делает. И теперь уже я смотрю на коллег-классиков и немножко боюсь, потому что я не проверил. Вот «Балтийское воле» «велвил» – это связь «скатить» и «валять». И воле даже в этимологических словарях нет, она отсылается к волос, каток. Но это тоже чуть не последний момент при выезде из Шауляй. Я же вспомнил, что латинское воляре, я не знаю, но Бразюнас – это очень начитанный человек. И он играет этими словарями. Правда, он никогда не говорит о своей поэзии. Он говорит так, что интерпретатор всегда прав. А если есть три интерпретатора, все правы. Никогда. О всем мы, это очень хороший мой друг, но он никогда со мной не говорил о своей поэзии. Как мир, который идет по кругу, как Бог, который ходит между реками и заходит за реки, чтобы увеличивать мир. Опять появляется пиво, которое как бы как солнце, и буйное пиво. Можно сказать буйный перун, наверное, можно. Это буйный воин, ну там какой-нибудь из Берсекер, что-то другое. Если Бог преодолевает реки, увеличивая мир, этот мир должен увеличить и пиво. И здесь есть два или три или четыре стихотворения, в которых литовец делает пиво и говорит латышу с другого берега реки, иди ко мне,
европеец. Веди еще в нашу сторону, уже все, если ты все больше процеживания пива хочешь. Сам процесс процеживания пива, он является как бы святым. Но там один человек это делает, это как-то несерьезно. Надо соседей пригласить. Теперь этого уже нет, это в магазин человек ходит. Но я думаю, идея – это тоже увеличивание мира. Он увеличивает мир, переходя на другой берег реки. Бочки. Но где еще Перун? Что делали люди, чтобы поднять температуру в бочках пива? Они бросали раскаленные камни. Вот вообразите себе, раскаленный камень влетает в пиво, в этот чан, который я показывал в фотографии. Какой звук? Ну, Перун. Это звук, да? Это Перун. Если через такой прекрасный микрофон, я думаю, все бы испугались. И, по-моему, это уже последнее, или предпоследнее. Ланка его сушлайко слеги. Пиво – это как мир. Его надо обнять и держать, чтобы он не взорвался. Но делать это, как и все опасные дела, должны мужчины. И, наконец, я так посмотрел на, интерпретировал Бога и пиво как аллотекст одного большого текста, смысл которого расти. Например, таута. Это то же самое слово, что дач. Это тоже расти или разбухать. Или ляудис. Это тоже народ. Это тоже расти. Я и забыл, что у меня были конспекты. Я как-то теперь только вспомнил, что у меня были на столе конспекты. Никогда не читаю из конспектов. Эти мысли еще не сложились в никакую статью, но для меня это очень большая честь, что свои мысли я мог представить вам, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо. Здесь много было интересного. Кое-что есть, конечно, спорное. Вот последняя строчка, которая перед нами. Как вы понимаете, здесь должно быть «д», а не «д». Да. И я бы, честно говоря, предложил сразу писать, начинать эту форму с первого ларингального, как это сейчас принято. Это способно в том числе немножко разграничить корни. Это не значит, что энантиосемии не существует. Она есть, и по диалектам мы знаем, что погода и непогода могут обозначаться одним словом «погода». Да, это совершенно так. Но что касается воли и неволи, то мне приходит в голову. И, конечно, есть корни, которые мы просто не можем отличить один от другого. И, скажем, корень явно с расширением, ну, латинское «volumen», да, «том», то, что первоначально скатывалось, скручивалось, да, предполагается, что к этому корню добавляется расширитель «у», и, так сказать, вот в этом направлении, в таком виде он сохранился в латинском языке. Это не значит, что он должен был быть изначально без расширителя или изначально с расширителем. Но вот с амонимией корней, которая могла обыгрываться в разное время. Поэтому с этой точки зрения то, что отстаивал Владимир Николаевич Топоров, называя это множественной этимологией, когда в идеале для каждого периода мы могли бы какие-то системные связи внутри
лексикона хотя бы на уровне корней установить. Эта задача остается нерешенной и неразрешенной, и тем более вот здесь надо держать ухо востро. На всякий случай, во всяком случае, я бы волю с полетами, так сказать, напрямую не связывал бы, а видел бы что-то третье, четвертое, что могло бы это объединять, в том числе в рамках поэтического текста определенной эпохи. Этимология «Анус» могла бы указать статью «Сула Салла Анус Алла», я бы могла вам прислать. Вначале было пиво. Я думаю, что уважаемый поэт обыгрывает «Эн архе эн хологос», «Кай хологос эн хотхеос», начало Евангелия от Иоанна, да? Ну, конечно. И, наверное, скорее всего, это и дальше как раз пойдет сотворение мира. То есть, скорее всего, он читал это Евангелие. А, так, спасибо, это очень интересно, можно думать. Воле, я бы присоединилась к Николаю Николаевичу и считала, что, скорее всего, это от корня «бел», которое обозначает «поворачивать». Если вы помните, как открывать, вытаскивать воле, это сперва поворачивает. Конечно. Правда ли? Я из Купишка и сама участвовала в изготовлении пива, это помню. И тоже, что касается пива, большинство высказываний тоже. Кстати, вот эти пивные все дела, в том числе с двумя названиями пива, имеются в Эльбингском словаре прусского языка. Там как раз есть и эта затычка. Я теперь не назову имя, но можно было бы посмотреть там. В районе 650, вот в этом списке слов. Было бы интересно сравнить с прусскими названиями. Пивис, тем более, пивис. Нет, алу тоже имеется, алу, да, и скинкес имеется, прусский. Вот. И там же бочки и затычки, потому что общий раздел называется корчма. Вот приятно в русской корчме побывать, было бы. Я насчет пива. Потому что из этого самого региона, как Бразюнас, севера Литвы, и так в этом регионе пиво – это ритуальный напиток. И он в обычаях участвует и в поэзии Бразюнаса, и поэзии Чигрееса. Там очень, очень важно. И в быту даже. Да. И то же самое с Латвией. Это север Литвы и Латвия, между ними близкое отношение. У латвийского поэта Кнута Скуйника есть стихотворение, которое называется «Узлейшем алу дзерт» – «В Литву пить пиво». И там тоже этот ритуал представляется. Там и перкунас есть, тоже гром и все это. Да, и не только в этом регионе. Гремас интересовался пивом. Он хотел сделать исследование по пиву, просил всегда прислать ему материал, как производится пиво, как употребляется. Жаль, что эту работу он не закончил, но это он понимал. Хотя он из другого региона, Сувальки, но он понимал, что такое пиво. И вот Скимандес напомнил Яблонского, который в своей грамматике вел фразу «алус герти свейка». Ну, фразу как номинативное выражение. «Пиво – это полезно для здоровья», неточный перевод. А его ученик Бальчиконис, который большой трезвенник, когда он составил большой словарь, заменил этот пример «алус герти не свейка». Пиво не полезно для здоровья. Вот. Ну, я думаю, что Валентас придерживается традиции Яблонского.
Есть такая песня в Литве, что Ноя Бог пожалел не потому, что он был справедлив, а потому, что любил пиво.